На территории Одинцовского городского округа стартовал проект «Мобильные бригады помощи». Это совместная акция, которую проводят партия «Единая Россия» и волонтеры «Победы». Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны передают мобильные телефоны с безлимитной бесплатной связью. В составе бригад, навещающих фронтовиков, вошли депутаты местного совета от «Единой России». В Одинцовский округ привезли более 150 телефонов, которые вручат до 3 сентября.